Еще одно ЧП могло закончиться печально, но, к счастью, как и в первой новости, все обошлось. 22-летнему парню в Рыбинском районе на пилораме отрезало стопу. Молодой человек поставил ногу на бревно и не заметил, что находится в опасной близости к работающему станку. Пила в секунду отрезала часть нижней конечности. Пострадавшего из Рыбинского района в Ярославскую Соловьевку своими силами доставили без предупреждения. Ночью за операционный стол экстренно пришлось встать за в отделением микрохирургии кисти Валентине Каландырской. Операция прошла успешно и заняла 2 часа. И не только верхние конечности привозят, и проблемы с какими-то сосудистыми там или мягкотканными разрушениями других частей тела приходится помогать и вмешиваться коллегам. Достаточно часто бывают отчленения пальцев, кисти, предплечья. И тут звонят из районов, предупреждают нас, как обычно.